Galaxy S3 Mini у меня. И сегодня мы будем менять микрофон на нем. Довольно частая проблема на этих моделях. Проверить можно очень просто. Вставить сим-карту, звонить на любой телефон. Если вас не слышат, значит, нужно менять микрофон. Забираем телефон. Крутили все болты. Снимаем заднюю панель. Шлейф кнопок. Соединяем. Снимаем плату. Вот он, наш микрофон. Снимаем микрофон. Друзья, плата с третьего мини очень тонкая, поэтому здесь 300 градусов будет достаточно, чтобы снять микрофон. 300-350 градусов. Можно снимать снизу, можно сверху, в принципе, ничего страшного. Микрофон в металлической оболочке сверху, кому как удобнее. Только имейте в виду, что снизу здесь находится разъем, вот он. Можно его расплавить нечаянно, если. Перегреть. Разогрели, добавим флюс, начинают появляться пузырьки воздуха, это значит, что закипает припой. Вот он, видите, начал двигаться. Снимаем микрофон. Такой вот четырехпиновый микрофон у нас. Берем новый. Берем новый микрофон. Наносим на него припой совсем немного. Так будет проще его потом поставить. Приблизительно равное количество припоя. Это будет видно, когда будете ставить по вот этим шарикам. Новый флюс наносим. Совсем чуть-чуть. И ставим. Советую вам при установке нового микрофона греть уже сверху.
та же температура, вот так вот сбоку греем. Он встанет на свое место, вот когда вы видите, мы его трогаем, и он возвращается на свое место. Это значит, что он встал на свое место. Устанавливаем плату обратно. Камеру. Кнопки, которые вывалились. Ничего не забудьте, пристегиваем экран к этому разъему. Разъемы все, заднюю панель. И все, собираем телефон, закручиваем, ставим батарейку, вставляем сим-карту и звоним кому-нибудь для того, чтобы проверить, работает ли у вас микрофон. К сожалению, продемонстрировать этого я здесь не могу. Но, тем не менее, вы знаете теперь, как меняется микрофон на данной модели. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Доброго дня!